Короче говоря, даже камеру не успел включить. На мандулу кто-то шлепнул. Друзья мои, всем доброе утро. Опять в поисках хищника. Начало сентября. Раннее утро, еще рассвет. Буду искать что-нибудь. Конечно, в приоритете судак. Вот, наступило, я так понимаю, бабье лето, потому что 25 градусов сегодня передавали, но ночка прохладная. Сейчас 8 или 9 градусов. Буду перемещаться, буду менять приманки, что на что, как всегда, я покажу, если будет ловиться. Поехали. Так, как всегда, со мной куча силикона разнопланового, плюс еще есть мандулы, поролон, есть ратлины. Сейчас приехал я на коряжник, солнышко еще не вышло. Начнем с чего-нибудь яркого, с чего-нибудь салатового начнем. Я, в принципе, в большинстве случаев начинаю рыбалки, ребят, с этих приманок, которые яркие. А потом начинаю уже экспериментировать, если рыба ловиться не хочет. Потом начинаю пробовать всякие разные. Так, сделал 6 забросов. На яркую приманку реакции нету. Поэтому сейчас мы попробуем натуралочку. Затем попробуем чего-то сиреневое. Затем попробуем вот такую необычную малинку с белым хвостом. И закончим мы опять же кислотой. И я со спокойной душой буду переезжать, зная, что я довольно-таки тщательно обловил место. Вот такой, короче, план. Не знаю, как он, этот план, хороший, нехороший. Но, в принципе, этого будет достаточно для понятия активности на данный момент здесь рыбки. В любом случае, я стараюсь, если конечно, получается, за рыбалку, вот особенно свои проверенные места, посещать минимум 2 раза, потому что судак может выйти как утром с самого рассвета, так может выйти немножко позже, ну, для примера, часиков 7-8, или еще позже, часиков 9, рыба непредсказуемая. Поэтому стараюсь заезжать несколько раз на особенно свои проверенные рабочие места. Не всегда, конечно, это получается, но, по крайней мере, я это пытаюсь сделать. Так, сменил место. Начнем с мандулы здесь. Какую выбрать? Вот, вечная дилемма. Практически все мандулы здесь разловлены, все ловят судака, но все равно одну нужно выбрать. Давайте с этого рыжего начнем. Рыжий цвет, такой больше под коричневый даже. Судак уважает. Судак его уважает. И сом уважает, и окунь уважает. Поэтому мандулы очень часто спасают, очень часто от ноля уводят, зарабатывают поклевки, хорошие приманки. Необычные, так скажем. Мне кажется, своей необычностью они вот его и уговаривают. Ну, плюс, конечно, еще шум. Вроде бы она тихая, там нечему шуметь, но есть кому интересно, у меня посмотрите ролик «Игра мандулы под водой». Он там короткий, пару минут. И там слышно, как она шумит. Оказывается, это шумная приманка. Солнышко, тихо, не холодно. Шикарная погода для рыбалки. Но это для рыбалки, а для рыбы, видимо, она не очень шикарная. Кто-то клюнул, ребята, на очередной точечке. Кто у нас там? Кто-то поддавливает. Судачок. Судачок. О, так неплохой судак. Чи-чи-чи-чи-чи. Плохо, блин, подмотал. Неплохой судачок. Ну, поклевка такая вялая. Наконец-то. Наконец-то катался-катался. И судак взял. О, вот такой кило плюс, ребята.
хорошо сказать. На Кейтэдж. На Изи Шайнер. Видите, еле-еле он. Смотрите, еле, блин, зацепился. Но поклевки не было. Он так хаванул ее. Ох, какой красавчик. Красивый. Вот такой вот изик. Изи Шайнер 4,5 дюйма. Цвет называется Silver Shed. Отличная приманка. Вообще в этом году меня Изи Шайнер очень часто выручает. А в прошлом году он не очень хорошо работал. Но вот каждый год по-разному, и приманок нужно много. Очередной раз я убеждаюсь. И сегодня Изи Шайнер, завтра Рейнс, там послезавтра Савамура, Гэмблер или что-то такого плана. По-разному клюет судак, по-разному. Иногда вообще силикон не жрет, а жрет только мандулы. Иногда только ратлины, а иногда все хавает. Вот, блин, вот такая вот рыба. Вот такая вот непредсказуемая рыба. Интересная тема, ребята. Я уже думал переезжать. Короче. И поклевка. Ну, такая поклевка. Обычно он хвост откусывает, да? То есть судак. А тут получилось, он как бы ее погрыз, что ли. Смотрите, осталось немножко пятки, а остальное он сожрал. Интересный такой товарищ какой-то там. Я такой первый раз вижу. То есть, ну, обычно тык, ну и откусил, да? А тут, блин, шлеп и все. Так, осталось у меня два сильвершеда. Если он сегодня будет только на него брать, то это будет, короче, грустно. Он его сожрет весь. У меня. Посмотрим. Посмотрим, что он нам скажет. Немножко не попал. О, огонь. Хорошо, время 8 утра. Одного судака я уже уговорил. Солнышко греет. Думаю, что еще какая-то активность должна быть. Сейчас выпью кофе. Ребят, кому не сложно, поставьте лайк, напишите коммент. На канал подпишитесь. Кому не нравится, поставьте дизлайк. Что-то попробуем еще поймать. Поехали дальше. Ух, кто-то накрыл, ребята. Кто-то накрыл. Причем на 5 дюймов самомуру. Кто-то накрыл, хороший. Судак накрыл. Не такой хороший, но... Не такой хороший, ребята, но судачок. Вот вам и, блин, размер приманки. Сейчас расскажу немножко об этом. Вот, короче, блин, савамура. 5 дюймов, накрыл он ее. Вот такая вот, 92-й цвет. Классная приманка. И вот такой вот небольшой судачельник. В чем прикол? Сейчас расскажу. Самое интересное, друзья, вот такая вот савамура. На 3,5-4 дюйма нету ни одного контакта. На 4,5 дюйма и на 5 дюймов поймана рыба. Вот и думай. Обязательно размером приманки, как и цветом, нужно играться. Размер приманки решает тоже. Они могут быть у вас одинаковые, но именно из-за размера она не заинтересует рыбу именно сейчас. Тем более, что наступила осень. Нужно немножко укрупняться. Вот и рыбалка на судака. Постоянный поиск, постоянный эксперимент. Обкатал сегодня 6 или 7 точек. Рыбу нашел на одной пока. Но еще я не заканчиваю. И немножко понял, что она хочет по приманкам. То есть для нее сегодня важен размер. На 3,5 дюйма, 4 дюйма нету ничего, абсолютно никакого контакта. Рыба поймана на 4,5 и 5 дюймов. Сменил место, друзья. И, короче говоря, даже камеру не успел включить. На мандулу кто-то шлепнул. Судак еле прицепился на мандуленцию. Опа! Опять размер большой, мандула больше 10 сантиметров и судак неплохой. Опа.
Сейчас я. Вот, ребята, это профмонтаж, мандулка. Вот такая голубенькая. И вот такой вот красавец. Посмотрите на него. Красавец. Вот такая, друзья, мандула профмонтаж. Отличные приманки вообще, блин. Не знаю, профмонтаж. Ну вот сколько я пробовал разных мандул. Но пока лучше я ничего не видел на рынке. И качество сборки, и, то есть качество вообще самой приманки, и крючки. Ну все, блин, все классно в ней. Ну что, друзья, буду я заканчивать рыбалку. Время 11:30, поклевки прекратились. Вы, в принципе, все видели. Работали приманки большего размера. Рыба очень пассивная, но свою рыбу я, в принципе, нашел. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал.